Добрый день, Лерник. Вы сегодня играли первую игру первого тура Лиги Чемпионов. Как вам вообще возвращение на поле, как игра с Ювентусом? Добрый день. Сначала, конечно, игра была ожидаема. Мы долго ждали эту игру. Конечно, выступление в Лиге Чемпионов – это дебют, и при этом настраивались. Ну, с командой нам знакомы, мы с ней уже играем не в первый раз, поэтому знали, что будет нелегко с первых минут. В принципе, навязали борьбу, игра была, в принципе, равная. В первом тайме вообще была закрытая игра. Но во втором тайме мы пропустили совсем глупый гол после того, как провалились с левого фланга. Потом уже пришлось идти вперед, ну и пропустили второй. Под конец соперник уже, конечно, сел, их устраивало 2-0, один нам удалось отыграть. В принципе, могли и второй, но удача отвернулась, и в итоге 2-1 проиграли. Но играли, думаю, достойно, игра была равная, ну, можно было дотянуть до ничьи, но... Ну, согласен, игра была интересная с обеих сторон, но в первом тайме все-таки у Ювентуса было больше моментов. Как считаете, это им не повезло, либо все-таки вам повезло? Ну, не скажу, что прям моментов, были скорее полумоменты, но я думаю, что реализация хромала и у них, и у нас. Счет мог вполне открыться и в первом тайме, но в итоге, конечно, первый тайм сыграли на ноль, в итоге второй тайм решил исход матча. Ну, шансы есть? Шансы, конечно, есть. Шансы есть всегда. Еще два матча впереди. Мы настраиваемся выходить из группы в любом случае. Я думаю, удачи. Даже пять матчей впереди. Еще пять. Ну, тем более у нас еще... Мы еще можем 15 очков набрать целых. Будем стремиться из них хотя бы 12 набрать. Ну, я думаю, этого будет достаточно. Спасибо большое. Пожалуйста. Добрый день, Тигран. Сегодня играли первый тур группового этапа Лиги Чемпионов. С победой вас поздравляю, была непростая борьба. Как вам вообще первый день возвращения на поля? Спасибо большое. Все ребята ждали этого матча почти всю зиму. К концу прошлого сезона мы уже все устали, хотели отдохнуть, а сейчас рвались поиграть. Начало первого тайма было очень сложно для... Не только для нас, но и для соперников, поскольку мяч непривычный. И вообще впервые за 2-3 месяца вышли на свежем воздухе играть. Но потом мы наладили игру. В пас у нас начало получаться играть. В принципе, были неплохие атаки у нас. И в результате чего мы забили гол, потом второй. В принципе, я доволен, конечно же, результатом. Главное, что мы выиграли, 3 очка набрали. Начало положено. Согласен. Но основную часть матча вы контролировали ход игры. Но в концовке соперник все-таки опомнился и решил тоже позабивать немного. Как думаете, был у них шанс отыграться? Шанс, конечно, был у соперника. Я, конечно, не хочу принижать достоинство соперника, но результатом, скорее всего, были замены, которые мы... совершили практически всю команду. У нас сегодня 7 человек на замене было. Все 7 практически участвовали во время пропущенного гола. И постарались, чтобы все по максимуму ребят участвовали в игровом процессе. Но в будущем более ответственных матчах, скорее всего, будут играть те игроки, которые более готовы к данному матчу. Хорошо. Спасибо большое еще раз. Спасибо вам. Удачи.